Разум это сила, побеждающая карму. Но кто из вас молится каждый день по утрам, поднимите руку? Смотрите, только 10% это хороший процент. В некоторых городах даже 1% не поднимают рук. Рига образованный город, серьезный. И а, зачем молиться, вы спросите. А затем, чтобы победить судьбу. Потому что судьба побеждается не на плане ума. Допустим, вы бегаете, решаете все вопросы. Но вопросы решаются в сердце. Пример. Допустим, от вас уходит муж. Вы сможете его убедить не уходить, нет? Кто сможет, поднимите руку. Ни одной руки. Правильно? Потому что он уже уходит. У него уже есть другое убеждение. Что делать? Если человек понимает, что происходит. А что происходит? Происходит спектакль, в котором участвует он и муж. Она и муж. Два человека в спектакле участвуют. Что это за спектакль? Этот спектакль, который делает судьба. Как мы относимся к этому спектаклю? Мы обвиняем мужа в том, что он уходит. А как надо относиться к этому спектаклю? Надо понять, что у меня внутри есть сила, которая заставляет его уходить. И мне надо нейтрализовать эту силу с помощью контакта с энергией счастья, которая исходит от объекта счастья, от источника счастья. Я начинаю с этим объектом связываться. Когда эта связь устанавливается, в моем сердце возникает ощущение, что все будет хорошо. Это, то есть, это означает, на духовном и тонком плане произошла победа над судьбой. Вы сейчас скажете, ну и что на тонком плане произошла победа? Муж-то уходит. А вот это уже называется практика, понимаете? Потому что, когда вы победу на тонком плане сделаете, он будет находить причины, почему ему надо остаться сегодня еще дома. А если даже он уйдет, он не сможет все равно уйти, ему придется вернуться. Потому что человек уходит, невозможно уйти вот так, просто ушел и все. Возвращает какая-то сила назад. Понимаете? Поэтому даже если человек ушел, он еще не ушел, можно молиться, и он опять вернется назад. Или человек молится и понимает, что он уже никогда не вернется, поэтому надо расслабиться. И это понимание тоже хорошее понимание. Но оно приходит, когда, когда ты побеждаешь карму. Поэтому, потому что эта карма тебя мучает и говорит, может вернется. Это тоже карма так действует. Понимаете, о чем я говорю? О том, что мы не знаем, как эта система работает. А чем мы занимаемся? Мы возвращаем. Совершаем действия внешние, которые не имеют никакого значения. Есть два типа людей. Допустим, один тип людей. Кто-то, допустим, дерется, бьет тебя. Один тип людей просто останавливает движение кулака. Так ху-ху. Понимаете, он же может не кулаком драться, а пистолетом. И тогда ху, не поможет. Понимаете? Другой тип людей. Он понимает бесполезность этого процесса. Ну, как бы он не против остановить кулак, но самое главное, что он делает? Он пытается общаться с этим человеком. Другой тип людей. И если у человека есть сила общаться, то есть у него есть сила разума, он может остановить кулак. Он может сказать несколько слов, и тот не сможет ударить больше. У меня так было в жизни. Я шел как-то по дороге, один человек подошел ко мне и подставил мне нож вот сюда, вот в животу. Сказал, деньги или жизнь. Ну, вот такую фразу произнес, обычно. Вот. Я ему сказал, что, спокойно ему сказал, что денег у меня с собой нет. Спокойно ему сказал. Вот. Он говорит, а что, тебе не страшно, что ли? Я тебя сейчас могу зарезать. Я говорю, это зависит уже от моей судьбы спокойно ему сказал. У него рука опустилась. Он говорит, мне нужны деньги. Я говорю, пошли, у меня дома есть деньги, я могу тебе дать. Он пошел со мной. Потом он прошел некоторое время и сказал мне, я не буду брать у тебя деньги, я хочу тебя защитить от таких людей всяких, которые ходят, могут что-то сделать не то тебе. Прошли вместе с ним, он остался очень доволен общением. Не факт, что всегда так бывает. Не факт. Но а, это действенная сила. Гораздо более действенная, ты с, с ним будешь драться. Он с ножом ты без ножа. Понимаете, по крайней мере, он что-нибудь что тебе там порежет. Бывает так, что судьба непреодолимо действует. Ко мне подошла одна женщина, и она мне начала рассказывать, что в ее квартиру вломились три человека в масках. Два мужчина, молодых, одна женщина. И начали ее избивать и требовать украшения, золото, деньги. Она как бы все отдала то, что у нее есть. Они видели, что мало, потому что она дома ничего не хранила, и они требовали еще. Но у нее не было. Она и честно им говорила. И они три раза сделали попытки убить ее. Три попытки сделали убить. Первая попытка была такая. Они взяли нож и попытались скрыть ее вены. Вот она начала молиться Богу прямо у них на глазах. Это их шокировало, и они оставили эту попытку. Вторая попытка была такая. Они попытались ударить ей по голове тяжелым предметом. И она начала опять молиться и они оставили эту попытку. Третья попытка, они ее связали, бросили в ванну и попытались включить кран, но она начала молиться Богу, и они оставили ее связанной в ванной и ушли, не включали воду, не включили воду. Когда она меня спросила, почему это произошло, то я проанализировал, как бы увидел, что в прошлой жизни она убила человека. И поэтому в этой жизни, в этот момент она должна была умереть. Ее -то должны были убить по закону кармы. Но так как она молилась Богу, то ее карма была побеждена с помощью молитвы. Она три раза победила свою судьбу. И я ей указал также, что еще раз в жизни будет такое же воздействие на нее. И как бы оно, может быть, его и не будет уже к этому моменту, если она будет продолжать свою духовную практику. И она сказала, я всю жизнь чувствовала, что что-то такое во мне есть, что я кому-то такое зло сделала в прошлом когда-то. Видите? Работает система. Надо, значит, ее изучать, если она работает. Потому что наши обычные механизмы как бы работы, победы над собой, они очень примитивны. Допустим, человек, смотрите, что делает. У него событие плохое произошло, он что делает? Он начинает анализировать, начинает всем звонить, спрашивать, что делать, как, чего. И у него даже, он ночью не может заснуть, у него даже по ночам мозги не отключаются от этого события. Но есть события, которые можно решить таким способом. Это называется легкая карма. Есть события, которые лишаются с помощью благословения хороших людей, помощи хороших людей. Это карма средней тяжести. Есть еще тяжелая карма, которая даже благословением не решается. Она решается только с помощью молитвы. А есть еще непреодолимая карма, которая никак не решается. Но молитва дает возможность ее принять и подготовиться к этому событию. Понимаете, то есть идея в том заключается, что мы даже не знаем степень тяжести кармы, потому что мы на самом первом этапе разум не включаем. Потому что когда человек с помощью беседы, общения пытается преодолеть ситуацию, это просто работа ума. Потому что разум работает по-другому. Работа разума по-другому называется внутренняя жизнь. Понимаете, я вам сказал, есть читанади, он действует вовне и внутрь. Так, два типа действия. Читана действия. Внешнее и внутреннее действия. Большинство людей, они как живут? Они ищут счастье вовне. Энергия счастья, веда объясняет, исходит вот отсюда, из области сердца. И если человек поступает правильно, он получает эту энергию саму. Ее нельзя контролировать. Она неконтролируемая, энергия счастья. Любовь негаданно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. И каждый вечер сразу станет, так удивительно хорош, и ты поешь. Понимаете, да, о чем я говорю? Сердце, тебе не хочется покоя. Понимаете? Мы говорим о сердце, да? Мы говорим о том, что счастье не контролируется, не гадано нагрянет. То есть это не контролируется, происходит неожиданно в моей жизни. Неожиданно происходят такие вещи. И страдания тоже приходят неожиданно в судьбу человека. Энергия счастья не контролируется. Мы не можем ее проконтролировать. Допустим, мы планируем поехать, допустим, на Майами. Ла -ла 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 -ла. там, Ну, у вас здесь как бы Юрмала. Зачем вам на Майами? У вас тут неплохо кормят. Вот, как бы... Но вот это вот, допустим, человек спланировал поездку, да, куда-нибудь на курорт, и что, от этого что-то поменялось? Там ведь не факт, что будет счастье. Там может все пройти очень, очень печально. Так? Или может неожиданно, радостно все пройти даже не на курорте, а где-то в другом месте. Поэтому мы не можем энергию счастья контролировать. Но, есть одно но, Веды говорят, если человек совершает определенные поступки, определенный тип поступков совершает, то энергия счастья выходит сама из его сердца, независимо от кармы. Вот я, допустим, прочитаю эту лекцию, и если я прочитаю ее в правильном настроении, не желая для себя ничего от этой деятельности, и желая блага только тем, кто сидит и слушает, в этом случае отсюда выйдет энергия счастья. Это закон. По этой причине я читаю лекцию, а не по какой-то другой. Понимаете? Что я хочу жить правильно, так, чтобы все были счастливы, и я был счастлив, что все было хорошо в этом мире. Итак, есть внутренняя жизнь, по-другому называется разумное существование или понимание, как действует судьба и победа над ней с помощью разума. И есть внешняя жизнь или ощущение, что надо получить образование, иметь достаточное положение в обществе, иметь достаточно денег и связей, чтобы все проблемы в своей жизни победить. Это называется внешнее мышление или внешнее сознание. Это мышление, оно поразило все общество сейчас. Я провел анализ и увидел, что страдают одинаково сильно, что богатые люди, что бедные. Просто виды страданий разные. Богатые люди страдают от чего? Они страдают от опасности, которая увеличивается с количеством денег. Знаете, почему ковбой Джо неуловимый? Потому что он никому не нужен. Его никто не хочет ловить, понимаете? Так и живет бедный человек. Кому он нужен? Кому его ловить? Он живет себе и живет, если он честно живет, как бы он свободен, он может туда пойти, сюда пойти. У меня в Киеве просто приглашает меня один человек, влиятельный, он в правительстве, член правительства. И он рассказывает, что у него есть такие друзья, которые не могут даже самостоятельно в одиночку выйти из дома, потому что на них могут покусить, ну, как бы уничтожить их жизнь, может быть покушение. То есть они не могут жить где хотят, ездить куда хотят, у них постоянно куча этих ланителей. Причина это влияние и деньги. Чем больше у человека влияние денег, тем больше его жизнь подвергается опасности, потому что эти деньги и его влияние кто-то хочет взять себе, это кому-то надо. Понимаете или нет, о чем я говорю? Есть такой закон, что если ты просто рабочий, какова твоя ответственность? Ну, максимум, что тебя могут выгнать с работы, ты устроишься на другую. Но если ты руководитель фирмы, то какова твоя ответственность? Тебя могут посадить в тюрьму. Тебе могут все что угодно сделать из-за того, что у тебя большая ответственность, много денег, понимаете? И это все непредсказуемо. Это от тебя не всегда зависит, что произойдет дальше с твоей судьбой. Так или нет? Кто из вас руководители, они знают, о чем я говорю. У бедного человека свои страдания. Он хочет денег, хочет богатства, иногда как бы не хватает пищи, еды. Допустим, анекдот такой про нового русского. Новый русский встречает друга. Новый русский такой плотный, крепкий такой, лысенький, а друг такой весь несчастный, худой. Вот. И он говорит, ты что такой худой? Он говорит, да я, говорит, что-то не доедаю. Он говорит, так надо себя заставлять. Этот У него другие проблемы. Так, смотрите, то есть, что богатый человек, что бедный, все имеют проблемы. У каждого свои проблемы. Нельзя сказать, что с помощью положения в обществе, с помощью влияния силы власти мы как бы эти проблемы решаем. Вы, допустим, скажете, я не согласен с этим. Правильно. Почему вы не согласны с этим? Потому что внешняя концепция счастья, вот это внешнее сознание, оно диктует, блин, да нужны бабки, и все будет хорошо. Нужно просто хорошее положение занять в жизни, и все будет хорошо. И не слушай этого очкарика Ну то есть как бы вот это вот есть определенная сила которая заставляет так думать кажется что вот так но смотрите есть еще и факты если у тебя много лет денег ты, ты как друг человек кому-то нужен нет как друг да вы так думаете Вы поймете это, когда денег не будет. Когда денег не будет. У вас много денег. Когда денег нет. Goodbye, my love, goodbye. Понимаете? То есть все. Прощай со всех вокзалов, поезда. Уходят дальние края. Понимаете? То есть все М -м! скажут вам bye-bye. Почему? Потому что... Есть внутренние отношения между людьми, они не зависят от положения в обществе денег и даже от красоты человека. Они зависят только от внутренних вещей, от честности в отношениях, верности в отношениях, любви. Эти все вещи не зависят от твоего положения в обществе, от твоих денег, от твоих влияний, твоей красоты. Это все внешние вещи. Внутренние вещи не покупаются ничем. Они создаются благодаря внутренней жизни. Если у человека есть внутренняя жизнь, значит, у него есть настоящие чувства по отношению к другому человеку, которые ничем и никак не купишь. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от смерти меня Темной ночью спасает. Понимаете? Это факты жизни. Это факты жизни. Что человек может верить в дорогую подругу мою, эта вера его спасает от смерти. Но это не покупается ничем. Ни положением в обществе, ничем это не покупается. Итак, смотрите, веды утверждают, что есть внутренняя жизнь, есть внешняя жизнь. Сознание может искать счастье во внешней жизни. Утверждение вет таково. Чем больше сознание ищет счастье во внешней жизни, тем меньше счастья в жизни. Тем меньше счастья в жизни. Я не говорю о том, что человек должен перестать работать, перестать как бы создавать семью, перестать там детей выращивать там и так далее. Я не говорю о том, что все это надо перестать делать. Я говорю о том, в чем мы ищем счастье. Потому что смотрите, допустим, если есть жена, смотрите механизм разрушения отношений ведический, сейчас вам рассказываю, на простом примере, простая схема разрушения отношений. Муж и жена, если человек ищет муж, счастье в том, чтобы принимать жену, ее как бы характер, ее судьбу, принять в свое сердце. И приняв, потом получить глубокое чувство от нее, глубокие отношения. Когда только приняв человека, можно это сделать. И хочет заботиться о ней, чтобы она стала благодарной, и когда благодарность придет, она начнет его любить по-настоящему. Потому что влюбленность, согласно ведам, это поверхностное чувство, к которому так, кстати, мы сильно стремимся. И думаем, нет влюбленности, значит, не буду жить. Но вот веды говорят, что это примитивное мышление. Надо вызвать любовь своим поведением в сердце человека. Второй вариант мышления. Я хочу, чтобы она меня любила. Хочу, чтобы она меня любила. Вот Веда объясняет, что в этом варианте мышления мужчина начинает так поступать по отношению к женщине, что он ее только мучает и все. И никакого выхода из этой ситуации нет. Потому что то, что нравится мужчине, для, для женщины это аскеза. Что мужчине нравится? Чтобы жена э, всегда делала вот так. Смотрите на меня, вот так. Для женщины аскеза делать вот так. Всегда аскеза. Я вам объясню, почему. Потому что женщина имеет более чувствительную, тонкую природу. И она в муже в своем тысячу недостатков знает. Тысячу, не то что один-два. Я не говорю про себя, чтобы женщина в себе недостатки знала. как бы У нее психика так не работает, чтобы себе их знать. Но вот в муже она знает все. И как бы вот такому человеку с таким куч, такой кучей недостатков вот так вот сделать? Извините. У меня лучше понимание, как должно быть в тысячу раз, чем у него. Это что, зачем я ему вот так должна делать? Это у других мужья, как лебедушки, а у меня бедоносец. Так женщина думает. Почему? Потому что она видит недостатки мужа своего, а других не видит. Она как бы сосредоточена на недостатках своего мужа именно, а не других. Поэтому она думает, что у других лучше. По крайней мере, она так видит. И надо ему вот этому бедоносу вот так вот делать. Все время. Невозможно. Аскеза большая для женщин. А мужчина хочет, он требует. Это его счастье. В этом его счастье заключается семейная жизнь. Деньги заплачены, где услуги? Дальше чем мужчина еще хочет? В подробностях не будем как бы объяснять. Но есть одно слово секса. Он хочет секса. Если так подходить к вопросу, женщина устает от этого. Почему? Потому что она немножко другого хочет в этом во всем. У нее другое представление о том, что такое счастье в личной жизни. Там, понимаете, секс делится на две категории. Грубый секс, которого хочет мужчина, и тонкий, которого хочет женщина. Так вот, если мужчина хочет шекс секса, он все сводит только к грубому сексу. Тонкий его уже не интересует. А женщина от этого сильно страдает потом. Ну ладно, это на грубом плане. Есть таких тысячи всяких планов. И закон, есть закон, который гласит, если мужчина хочет наслаждаться женщиной в жизни то это женщине всегда приносит только страдания и все. Никакого счастья не приносит. Желание наслаждаться женщиной. Женщине всегда приносит страдания. Точно так же, когда женщина хочет счастья от мужчины, она хочет, чтобы он ее сделал счастливой. Я наконец вышла замуж. Где счастье? То есть она хочет чего? Эмоционального комфорта в отношениях. Чтобы он нежненько, ласкивенько разговаривал. А мужчине это большая аскеза, потому что у него психика так не работает. Вот нежненько, ласкивенько, понимаете, он не знает, что это такое вообще. Как это так? Вот, не... вот там он не может, он, как бы... он не понимает, что это такое. А ей хочется, понимаете, потому что это ее счастье. Дальше она хочет, чтобы он ее защищал от финансовых трудностей. Это означает упахивался, как шаг. Ну, как бы она говорит, ну ты же выше женился, взял меня замуж, почему ты не упахиваешься, как и шаг теперь. Мне же приносит это счастье. Он мучится от этого, думает, ничего себе, вот это да. Я принес деньги, она еще не радуется. Смотрит, говорит, мало, мало мой хороший, мало мучается от этого, потому что он упахивался, он не знает, куда, как больше-то зарабатывать, у него нет сил. А и мало. Он от этого страдает сильно. Она хочет счастья от него. Он не может ей дать это счастье. И она хочет, чтобы он не грубо к ней относился, чтобы он ей все позволял и так далее. Много чего женщина хочет от мужчины. И все это вызывает у него страдания. Все абсолютно. Веды объясняют таким образом. Я вам аспект только семейной жизни разобрал. Это серьезная наука. Я не смогу за всю лекцию ее объяснить. Но идея в чем заключается? Что когда человек ищет счастье вовне, всегда это вызывает только одни страдания. Есть механизм в этом мире, как это работает система. Мы этот механизм не изучали. Но некоторые люди на примере своей жизни могли изучить. Например, человек-бизнесмен. И он изучает, когда он может получить правильную сделку, а когда не может. И разумные бизнесмены открывают этот ведический закон, что если ты спокойно относишься к сделке, не привязан, у тебя как бы руки не трясутся по поводу нее, ты не думаешь, сейчас все будет. Вот то это значит, что все будет хорошо. Вот спокойное отношение к сделке, спокойный анализ, не торопишься, все спокойно, все подписал, значит, все будет хорошо. Закон. А если ты чувствуешь, что тебе это сильно надо, что это тебе сильно поможет, что надо быстрее подписывать, а то рыбка большая уйдет. Надо быстрее тянуть, понимаете, и так далее, что руки трясутся, и как бы быстрее, значит, ничего хорошего не будет. Это закон. Чем больше ты привязан к счастью внешнему, тем меньше счастья приходит внешнего. Чем больше ты от него отречен, тем больше оно приходит тебе. Закон. Тогда как жить, если я хочу счастья, как я могу не привязаться к нему? Вот в этом заключается парадокс, который люди не знают, как на него ответить. А ответ очень простой: надо привязываться к внутренней жизни, к счастью во внутренней жизни надо искать, тогда внешнее счастье будет приходить само собой. Допустим, женщина внутри себя прощает мужа все время и желает ему счастья, в результате постепенно у нее правильное отношение к ней, с ним устанавливается, потому что в своем сердце почему-то он начинает ее уважать, начинает думать: хороший человек мне достался. Потому что она внутреннюю жизнь ведет. Вот много людей здесь сидит, которые уже, я так думаю, 10 лет ходят на мои лекции. Сейчас проведем статистику. Поднимите руку, кто уже таким образом поменял свою семейную жизнь с помощью этого метода. Есть такие люди здесь или нет? Вот несколько человек подняли руки. Это значит, что они серьезно слушают лекции. Серьезная работа идет в этом плане. Итак, чувство слуха связано с разумом, оно настраивает разум на определенный лад. И слово такое «позитивизм мышления» или «вера в что все будет хорошо», «способность победить судьбу» — это все эти качества внутренние связаны только со слухом. А зрение, взгляд чаще всего разрушает этот эффект. Поэтому именно звук, который связан с чистыми людьми, способными дать счастье, имеющими знания. И звук, исходящий из сердца, который называется молитва или позитивный настрой, побеждает судьбу. Две вещи. Вот звук, исходящий извне, правильный, и звук, исходящий изнутри, правильный, побеждает судьбу. Два вида звука побеждают судьбу. Следующее тактильное чувство связано и с разумом, и с умом одновременно. Оно имеет менее значимую, но все равно очень важную природу в нашей жизни. Потому что тактильное чувство настраивает разум на определенную волну. То есть если чувство звука, то есть слух, он направляет разум куда-то и усиливает его, делает его сильным, то тактильное чувство, оно делает разум или чистым, или грязным. То есть оно как бы... Ну, внутренние составляющие разума регулируют. И у тактильного чувства есть, ну как бы, тактильное чувство означает ходить в чистой одежде, омываться с утра водой, омывать тонкое тело. Водой человек омывает с утра для очищения тонкого тела. И также для очищения грубого тела. А чистая одежда тоже нужна для очищения грубого и тонкого тела. Но у тактильного чувства есть еще один аспект. Этот аспект описан в анекдоте про поручика Ржевского. Его спросили, вы в молодости были членом суда? Он говорит, да, был членом туда, членом суда. Понимаете? Вот этот другой аспект тактильного чувства очень важен. Его надо понять, потому что он реально коверкает жизнь людей, и они не понимают, что с ними происходит. Дело в том, что веды объясняют, что есть такое понятие ⁇ обмен кармы ⁇ Вот вам что, мало своей? Но вообще как бы есть такое понятие ⁇ обмен кармы ⁇ он нужен для чего? Мы с тобой одной крови, ты и я, да, помните? дружба, там обмен кармы дает. Духовный учитель и ученик обменятся кармой. Муж, жена, дети и родители. Понимаете, для чего это нужно? Для взаимоподдержания. Сейчас вам объясню. Вот смотрите, допустим, близкий человек тело оставляет. Почему на сердце так тяжело? Потому что ему нужна помощь. Но мы не знаем, как помогать, потому что этот мир имеет определенный механизм, как здесь надо жить, но нас никто не учил. Мы не знаем, что когда мы молимся за Него, у него там реально меняется судьба, просто в разы. У меня есть тысяча подтверждений того, что молитва, 3-4 месяца молитва освобождает из адских планет, родственника, и он поднимается вверх. Как это чувствуется, тяжесть проходит. И на душе не случайно светло и не случайно весело. Вот здесь легкость сердца появляется, вот эта штука контролирует процесс. Кто из вас, близкий человек, оставил тело, он помолился, и здесь легкость возникла. Поднимите руку, есть такие люди. Угу. Давайте проанализируем. Вот у вас, когда оставил тело близкий человек. А? А вот кто со мной общается? Где? Руку поднимаю. Ага, в 97 году оставил близкий человек. Как его зовут? Смерть пришла через голову, да? Это инсульт там был или что там такое? Да. Ваш близкий человек пошел на низшие планеты. Симптоматически у вас это вызвало чувство тяжести на сердце. Ощущение, как будто вас тянет что-то вниз, у вас начало портиться настроение, вам плохо стало от того, что это произошло. То есть ощущение, вот это вот такое, а -а -а, вот так вот, ну как, как будто ваша жизнь тоже падает вниз. Так действует связь между родственниками. А, это чувство вас преследовало в течение трех лет. Так это или нет? Больше. А, в 97 году. Ага, да, угу, больше, да. Вы, ну, я просто скажу, что вы начали молиться за него только год с лишним назад. Так, да? И сейчас, где-то месяц назад, вы почувствовали легкость сердца. Да, видите, она совсем согласна, потому что это правда. Ее близкий человек поднялся с низших планет. И он будет рождаться на среднем уровне, на уровне земли человеком, благодаря ее всего лишь однолетней молитве. Представляете, какая сила? Но эта сила возможна, когда человек хотя бы доверяет знанию. Понимаете, она не может проанализировать, так как я, все, что произошло. Но, по крайней мере, доверяя знанию, можно сделать то, что делаешь. Потому что оно работает. Мы, мы, как бы, мы видим все, как, е, дел, как происходит, или не видим, не имеет значения. Знание работает по-любому. Допустим, ты не знаешь, как работает механизм, но если ты желаешь счастья человеку, все равно результат получается. Он с ним отношения восстанавливаются, понимаете? Поэтому человек должен просто принять знания. Не обязательно в глубоких деталях его понимать. Допустим, у меня сегодня, я компьютер свой включил, и у меня в компьютере появилось, введите пароль. Вот сейчас приехал в Ригу. И как бы я спросил специалистов, они говорят, да это вирус такой. Он просто так делает, что ты не сможешь зайти в компьютер. Вези компьютер отремонтируем. Я привез, они мне его отремонтировали. Я могу сам понять, что там внутри происходит. Нет. Но я принял знание, что есть специалисты, которые могут все исправить. Я верю в них, в тех людей, которые разбираются в этой штуке, понимаете. И они просто мне отладили, подчинили все там за какое-то время. Точно так же и здесь. Есть знания, которые, есть специалисты в нем. Есть знания, можно ему следовать и получить результат.